Добрый день, дорогие друзья! У нас с вами утреннее кормление. Приходит главный прайд на основное место кормления в парке Львов Тайган. Много лет уже, собственно говоря, с открытия Крымской саванны. Здесь кормят львов, с мостков им бросают куски мяса, там специальные три щита есть. Но со временем вот так вот уже не на щиты, а на травку киперы бросают все для удобства левушек. И вот мы видим наша дружная маленькая компания главного прайда. Львица молоденькая Любаша, вот она красотка. Так, без особого энтузиазма. Видно, что сыты они сейчас даже одними угощениями посетителей. Потому что гостей в парке, посетителей много. Вон, посмотрите на мостках сколько. И многие приходят с мясом. Вот, но зато наш богатырь Чук. У него аппетит всегда хороший. Он молодец. Знает, что нужно организму кушать хорошо. Тогда иммунитет будет и сила будет. А сила Чуку нужна, потому что он... Глава прайда и в этом сезоне, уже несколько сезонов Чук верховодит на территории главного прайда. И можно сказать, что он уже поставил в этом плане рекорд среди всех вожаков Крымской саванны, который, друзья, трудно будет кому-то побить. Чип и Дейл, его компаньоны, тоже на аппетит не жалуются. Особенно Чип, и с удовольствием приходят каждое утро покушать. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой, вам за интерес. Пока-пока!